Hey guys, hi, finally I did it. Love it so much. So today we're gonna read. Yay! So actually I haven't found how to share the screen. Okay, I tried, but okay, I can share the screen, but I don't know why I can share this PDF. More than that, I'm not sure that I can easily show you this book, but I can easily read it. Yeah? So we'll have 5 short stories. And so what else? And I think about 2-3 minutes between each of the stories, just to take a breath, because I can understand that Russian reading, it's not so easy. So after this stream, I think I'm gonna make another video, so the same texts but with the text actually somewhere, maybe down below, like subtitles, or just two screens with me and the second one with this text. So I'll decide in the nearest time. Still, how are you? Meanwhile, I have coffee with me, so hope my voice will be fine to read all these stories. What else? I think it's time to start. So I'll comment some of the stuff. Just not sure that all of the stories are so easy. So just ask me questions if something is not so fine. Still, привет всем! Начинаю говорить по-русски, потому что почему мы все-таки учим русский язык. Вот. И рано или поздно надо начинать. У нас будет 5 текстов. Между каждым из этих текстов будем делать маленький перерыв. У меня тут голодный котик, которого покормили, но он все еще мякает. Идем сюда. Сядешь? Вот так тебе. Вот, немножко ветрено, но фоновый шум нам только поможет. Хорошо. Ты куда? Ну-ка, давай-ка на улицу. Ну, здесь сиди. Сиди здесь. Окей, это не мой котик, но он приходит сюда покушать. Так, первый текст. Солнце и луна. Солнце и луна долго спорили. Солнце сказало, что листья на деревьях зеленые. Нет, сказала луна, они серебряные. Люди на земле все время спят. А солнце ответило, нет, люди на земле все время двигаются. Но почему тогда на земле тихо? Спросила луна. Кто тебе это сказал? Удивилось солнце. На земле всегда шумно. Они продолжали спорить. Я не могу понять, почему ты видишь зеленые листья, а я серебряные, сказала луна. Этот разговор услышал ветер. О чем вы спорите? Я вижу землю и днем, и ночью. Днем, когда светит солнце, люди работают, и на земле шумно. А ночью, когда светит луна, на земле тихо, и люди спят. Луна захотела посмотреть, что делают люди на земле днем. Она решила появиться раньше, когда на небе еще светит солнце. Теперь она знает, какая земля днем. А вот солнце? Солнце не может увидеть землю ночью. Когда появляется солнце, начинается день. Окей, this is the end of the first story, and I really love it. It is small and nice. So, what do we have there? Спорить. So, arguing. Листья серебряные. So, сделаны из серебра. Немножко кофе. Я думаю, этот рассказ довольно легкий, и мы просто постепенно перейдем к следующему. Кажется, кот решил, что здесь делать нечего, и я вместо того, чтобы готовить ему еду, решила поболтать с кем-то. Окей. Так. Следующий рассказ. Это... So the next story is adapted version of Лео Толстой, «Четыре желания». So it's a little bit more harder. So still, you can try
to listen to the story. Чуть-чуть посложнее у нас следующий рассказик. Адаптированный у нас Толстой. Как бы страшно это ни звучало. Четыре желания. Мальчик Митя весь день катался на коньках на реке. Бегал по лесу на лыжах. Прибежал домой веселый и румяный и сказал отцу: «Как весело зимой! Я хотел бы, чтобы всегда была зима». Отец ответил: «Запиши свое желание в мою карманную книжку». Митя записал свое желание в книжку отца и опять побежал гулять. Пришла весна. Митя бегал по полю за бабочками, рвал прекрасные весенние цветы, прибежал к отцу и сказал: «Какая прелесть эта весна! Нет ничего лучше! Я бы очень хотел, чтобы всегда была весна». Отец дал Мите свою карманную книжку и сказал, чтобы Митя записал в нее свое желание. Наступило лето. Отец Мити пошел работать в поле и взял мальчика с собой. Весь длинный летний день Митя веселился. Он ловил рыбу в реке, собирал в лесу грибы и ягоды, а вечером сказал отцу: «Какой сегодня чудесный день! Как хорошо летом! Это самое прекрасное время года! Я желал бы, чтобы всегда было лето». Это желание Мити отец тоже записал в свою карманную книжку. Пришла осень. Вся семья собирала в саду урожай. Красные яблоки и желтые груши. Митя был очень доволен и сказал отцу: «Осень лучше всех времен года. Я хочу, чтобы всегда была осень». Тогда отец взял свою карманную книжку и показал Мите, что он говорил то же самое и о весне, и о лете, и об осени. «Какое же время года самое лучшее?» – спросил отец. Митя не мог ответить. Я сейчас... это конец истории, so this is the end. Я сейчас думаю, какое время года мне больше всего нравится. И тоже не знаю, потому что зимой можно ходить на горнолыжку. Зимой много снега, я очень люблю снег. Зимой холодно. Не могу сказать, что я люблю холод, но... По-моему, когда холодно, лучше, чем жарко. Летом можно ходить в поход, зимой тоже можно ходить в поход теперь мне. А я просто раньше до этого не особо ходила. Никогда. Вот. Весной немножко мокро, немножко очень ветрено, немножко грязно. Но все начинает так пахнуть, кажется, что вот оно скоро лето, что, возможно, весна даже лучше осени. Хотя осень очень красиво. Такие желтые деревья приятные. Я не знаю, какое у вас там время года любимое. Можем об этом поговорить. Окей. Немножко кофе. Немножко шума за окном. Немножко теплого ветра. И мы начинаем читать следующую историю. Окей. Она про Алтай. Я очень люблю Алтай. По-моему, одно из самых красивых мест на Земле и в России в частности. Так что мы сейчас немножко прочитаем про Алтай. Начнем. Таинственное озеро. Однажды я на все лето приехал с группой геологов в горы Алтая. Мы жили в деревне на берегу реки. Местные жители рассказали мне, что в соседней деревне живет художник Чорсов. Я слышал о нем раньше, решил познакомиться с ним и посмотреть его картины. Чорсов был дома. Пока он заканчивал работу, я рассматривал его картины. Одна из них особенно заинтересовала меня. На ней я увидел странное озеро. Оно было спокойное, темное, а вокруг него стояли скалы странного красного цвета. Травы и деревьев рядом не было. Над озером стоял бледно-зеленый туман. «Где вы видели такое странное озеро? Оно существует или это фантазия художника?» «Озеро существует, но найти его трудно. Об этом озере рассказывают интересные легенды. Говорят, что многие даже умерли после того, как увидели близко это озеро». «Почему?» – не понял я. «Я не знаю, почему», – продолжил художник.
Но я сам после того, как побывал около этого озера, несколько лет болел и стал хуже видеть, а я был там только 2 дня. Перед тем, как проститься, художник сказал мне: «Я вижу, вам очень понравилась эта картина. Я не могу подарить ее вам сейчас, но я обещаю, что после моей смерти она будет принадлежать вам. Дайте мне ваш адрес». Всю дорогу, пока я шел домой, я думал о таинственном озере и о рассказе художника. Что это? Легенда или правда? Прошло много лет. С тех пор, как я уехал с Алтая, я никогда больше не встречался с художником Чоросовым. За эти годы наша геологическая группа сделала большую работу. Однажды я сидел около микроскопа и рассматривал руду, из которой получают ртуть. В последнее время я занимался изучением месторождений ртути. В это время мне принесли посылку. В посылке была картина, на которой было нарисовано таинственное озеро. Я понял, что художник Чоросов умер, и перед смертью выполнил свое обещание. Потом я узнал, что за несколько дней до смерти он попросил, чтобы картину отправили мне. Я взял картину и начал рассматривать ее. И вдруг я заметил, что красный цвет скал вокруг озера похож на цвет руды, из которой получают ртуть. Я еще раз внимательно посмотрел на руду и на картину и понял тайну озера. Это озеро – огромное месторождение ртути. Ртуть испаряется, и в ее парах есть яд. Теперь я понял, почему художник так долго болел после того, как он посетил это озеро. Через несколько недель после получения картины я со своим другом отправился искать это озеро. Я решил, что я не вернусь обратно, пока не найду его. Чоросов был прав. Найти его было нелегко, дорога была трудной. По мере того, как мы подходили к озеру, растений становилось все меньше и меньше. Наконец мы пришли на берег озера. Здесь все было так, как на картине у художника. Прежде чем идти обратно, мы взяли немного ртути и руды, сфотографировали озеро. У нас сильно заболели головы. Если бы мы остались около озера дольше, мы никогда бы не вернулись домой. Вот и весь рассказ. Теперь это озеро дает очень много ртути, а я навсегда запомнил художника Чоросова, который помог сделать это важное открытие. This is the end of the next story. So now, just could be a little break. So, я очень люблю читать. Надеюсь, вам тоже нравится. Мы обязательно прочитаем что-нибудь более серьезное в следующий раз. Я имею в виду, может быть, какую-то большую книгу или, наоборот, что-нибудь более простое для самого начального уровня. Немножко кофе и продолжим. В комментариях можете написать, какой рассказ вам понравился больше всего, а также, что было понятно, а что нет. Поскольку я поставила отметку, что у нас уровень А2Б1, но, возможно, кто-то из вас знает русский уже лучше, чем этот уровень, и все было слишком просто. А кто-то знает его еле-еле на А2. И для каждого рассказа придется делать много комментариев. В любом случае. Я надеюсь, что в скором времени к этому видео появятся еще и субтитры. И обязательно понятно будет всем. Окей. Едем дальше, и дальше у нас «Метель» по повести Пушкина, тоже адаптированный рассказик, маленький совсем. Я думаю, здесь уже точно у нас B1, возможно, с какими-то новыми словами. Окей, начнем. «Метель» по повести Александра Сергеевича Пушкина. В одной деревне в семье помещика жила 17-летняя девушка, которую звали Мария Гавриловна. Маша. Она очень любила читать французские романы. Она мечтала, что в ее жизни будет большая любовь, большие страдания, которые, как в романах, окончатся счастливо. Она любила бедного офицера Владимира. Он тоже любил Машу, но ее родители были против их брака, потому что хотели выдать дочь замуж за богатого человека. Молодые люди часто встречались тайком от всех.
Они решили, что не могут жить друг без друга, и решили пожениться тайно. Потом думали они, можно будет броситься к ногам родителей, которые очень любят дочь, и, конечно, простят их. В день, когда Мария Гавриловна решила бежать из дома и обвенчаться с Владимиром, на улице была ужасная метель. Но Мария Гавриловна приехала в церковь вовремя. Владимир же должен был уже ждать ее там, но его там не было. В темноте, в метели, Владимир потерял дорогу. Мария Гавриловна ждала его в церкви почти всю ночь. Утром она вернулась домой. Никто ничего не знал об этой истории. Вечером Мария Гавриловна заболела, а когда выздоровела через 2 недели, узнала, что Владимир уехал в армию и через несколько месяцев погиб. Прошло 3 года. Умер отец Марии Гавриловны, она осталась жить с матерью. У богатой и милой Марии Гавриловны было много женихов, но она никому не подавала надежды. Однажды в доме Марии Гавриловны появился молодой красивый офицер Бурмин. Он понравился девушке, и она тоже понравилась ему. Они вместе гуляли, беседовали, но Бурмин ничего не говорил о своем чувстве. Мария Гавриловна ждала, ждала ее мать, но он молчал. И вот, наконец, произошло объяснение. «Я вас люблю», — сказал он, — «но мне нужно открыть вам ужасную тайну, добрая, милая Мария Гавриловна. Я знаю, я чувствую, что вы были бы моей женою, но я несчастливый человек. Я женат. Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена и где она, и увижусь ли я с ней когда-нибудь». «Что вы говорите?» — воскликнула Мария Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте. Я расскажу о себе после. Продолжайте». «В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, в которой находился наш полк. Вдруг началась ужасная метель, но я поехал. Метель продолжалась. В метели я потерял дорогу и приехал в незнакомую деревню. Церковь в деревне была открыта. «Сюда, сюда!» — закричало несколько человек. «Где ты так долго?» — сказал мне кто-то. «Поп не знает, что делать. Скорей!» Я вошел в церковь. Было полутемно. Ко мне подошел поп. «Можно начинать?» — спросил он. «Начинайте!» — ответил я и встал рядом с девушкой. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь!» — сказали нам. И тут впервые девушка посмотрела на меня. Я хотел ее поцеловать. Она закричала: «Ай! Не он! Не он!» и упала без памяти. Все испуганно на меня посмотрели. Я вышел из церкви. «Боже мой!» — закричала Мария Гавриловна. «И вы не знаете, что сделалось с вашей бедной женой?» «Не знаю», — ответил Бурмин. «Не знаю, как называются деревни, в которой венчался, не помню, с какой станции поехал. Я не имею надежды найти ту, над которой пошутил так жестоко». «Боже мой!» — сказала Мария Гавриловна. «Так это были вы, и вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. And this is the end of the story, okay? So, this is Pushkin, one of the most famous Russian writers. I think we'll read him a lot. Next time I have more adapted stories. And I also have some of my favorite stories that I am adapting just for you and right now. Okay, so just 1 minute break for me and with this coffee. And with a cat laying down, stop me moving. немножко кофе, и мы продолжим. Я напоминаю, что после этого стрима я обработаю видео, и будет можно слушать меня, одновременно читать текст. Вот, поэтому в скором времени появятся и субтитры на английском языке, и русский текст, который можно будет прочитать. Можно будет, в принципе, отключить меня как аудио и читать самим. Вот, но мы продолжаем, и у нас последняя история. Эта история у нас по Чехову, другой очень известный русский писатель. Я вообще филолог по образованию, поэтому мы будем читать много классики. Довольно простой на данный момент, адаптированный под наш уровень. Уровень сегодня у нас А2-Б1, и сейчас у нас последние истории, поэтому скорее это больше относится к тем, у кого уже средний уровень русского. Однако, для тех, кто только начал, я думаю, тоже будет очень полезно услышать живую речь.
живую русскую литературу. Начнем? Так, сейчас еще глоток кофе. У нас Чехов, я его очень люблю. Надеюсь, вам тоже понравится. Что прочитаем? Окей. «Злой мальчик». По Чехову. Иван Иванович, симпатичный молодой человек, и Анна Семеновна, молодая девушка, спустились к реке и сели на скамейку. Скамейка стояла у самой воды, между густыми кустами. Здесь было тихо, и никто не мог их видеть, кроме рыб. «Я рад, что мы, наконец, одни», — начал Иван Иванович, оглядываясь кругом. «Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна, очень многое. Когда я увидел вас в первый раз, я понял тогда, для чего я живу. Понял, где мой идеал, которому я должен посвятить свою честную, трудовую жизнь. Увидев вас, я полюбил впервые, полюбил страстно. Скажите мне, моя дорогая, могу ли я надеяться на взаимность?» В эту счастливую минуту Иван Иванович взял руку девушки, и они поцеловались. Когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они посмотрели на реку и увидели, что в воде совсем недалеко от них стоял мальчик. Это был Коля, младший брат Анны Семеновны. Он смотрел на молодых людей и хитро улыбался. «А, вы целуетесь?» — сказал он. «Хорошо же, я все слышал, о чем вы говорили. Я все скажу маме». «Я надеюсь, что вы как честный человек», — тихо заговорил Иван Иванович, краснея от волнения. «Нехорошо подсматривать и слушать, что говорят не вам, а пересказывать это стыдно. Надеюсь, что вы, как честный человек...» «Дайте рубль, тогда не скажу», — сказал Коля. «А то скажу». Иван Иванович достал из кармана рубль и отдал его Коле. Тот быстро схватил рубль, прыгнул в воду и поплыл. А молодые люди в этот день уже больше не целовались. На следующий день Иван Иванович привез Коле из города новые цветные карандаши и мяч, а сестра подарила ему портфель. Потом пришлось сделать ему и другие подарки. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось. И чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда идут молодые люди, там и он. Он ни на минуту не оставлял их одних. Он наблюдал за ними все лето. Обещала рассказать все родителям и требовал все больше и больше подарков. В конце концов, он стал даже просить часы, и с несчастными влюбленными пришлось пообещать и несчастным влюбленным пришлось пообещать ему часы. Однажды за обедом Коля вдруг громко засмеялся и спросил у Ивана Ивановича: «Рассказать, м?» Иван Иванович сильно покраснел. Анна Семеновна быстро встала из-за стола и убежала в другую комнату. В таком положении молодые люди находились до конца августа, до тех пор, пока Иван Иванович не сделал Анне Семеновне предложение стать его женой. Какой это был чудесный день! Поговорив с родителями своей будущей жены и получив согласие, Иван Иванович сразу побежал в сад и начал искать Колю. Найдя его, он даже закричал от радости и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила его за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах влюбленных, когда Коля плакал и просил их: «Милый, хороший, я больше не буду, простите, не буду». И потом оба осознали, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, как в те минуты, когда они драли злого мальчика за уши. Okay, this is the end. Chekhov is really troll. I love his stories. They are very ironical and nice. So, на этом все сегодня. Такой у нас получился маленький эфирчик, но очень ёмкий, много историй. Увидимся в пятницу, там, как обычно, порисуем, выучим немножко новые лексики. И на следующей неделе опять почитаем, скорее всего, что-то очень простое и легкое. Окей? Окей. So, bye-bye. See you next week.